Фильтр неправильно определяет мой пол. В общем, некий транс споткнулся о проблему фильтра в ТикТоке. Как бы он ни пытался изобразить из себя женщину, фильтр определял его как мужчина и нейронка дорабатывала его под мужскую картинку. Он прям очень бесился, но, знаешь, природу, видимо, нейронку не обманешь. Если ты родился мужиком, то будь добр им быть. А не вот это вот не бесись. Собственно, бесился он как просто какой-то обдолбай. Знаешь, ты можешь сделать себе ногти, можешь отрастить себе волосы, но пока у тебя есть пипирка, ты остаешься мужчиной.